Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили качество ремонта подъездов многоквартирного дома в поселке Новый Городок. Работы проводились по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это обширный комплекс, включающий покраску потолков и стен, замену окон и почтовых ящиков. Кроме того, везде были установлены новые металлические входные двери с домофонами. В следующем году планируется также провести благоустройство дворовой территории.